Медногорской детской музыкальной школе проходит праздничный концерт. 40 лет прошло с момента, как она впервые распахнула свои двери. Многие выпускники сейчас работают преподавателями, передают опыт, знания и прививают эстетический вкус детям. Ученики и учителя подготовили целую концертную программу. Они исполнили песни и игру на музыкальных инструментах. Концерт очень душевный и творческий. Поздравить коллектив музыкальной школы пришли представители администрации Десногорска и Смоленской атомной станции. Они вручили подарки директору школы Ирине Прудниковой, а также наградили грамотами и благодарственными письмами преподавателей за высокий профессионализм в работе. За последние десятилетия наша школа становилась дважды победителем областного конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования Смоленской области». Мы сердечно вас поздравляем, желаем творческих успехов, творческого вдохновения и достижения высоких результатов. Судьба и жизнь музыкальной школы, она неразрывно вписалась и связана с успехами, достижениями, которые есть в нашем городе. С праздником! Удачи! Всего хорошего! Всего доброго. Многие бывшие выпускники прислали видеопоздравления с самыми теплыми и искренними пожеланиями успехов и процветания. Школа гордится выпускниками, которые связали свою жизнь с музыкой и надеются, что они сохранят незабываемые впечатления от встречи с прекрасным миром музыки и продолжат славные традиции своей школы.